очень важно сегодня проводить в единый день выпускника российских и советских вузов такую встречу, которая является регулярной. Мы с вами посмотрели фильм «Крест над Араратом», который был снят Российским институтом стратегических исследований. Это один из тех партнеров Россотрудничества, с которым мы проводим работу в Армении. С моей точки зрения, фильм говорит о том, что нельзя бояться и нельзя замалчивать правду, которая есть в отношении между Россией и Арменией. Поэтому мы решили начать нашу сегодняшнюю встречу с фильмом, который вышел в свет буквально месяц назад. Мы хотели вас познакомить вот с тем, что подобного рода проекты нами реализуются, и мы будем в дальнейшем реализовывать. Особо хочу отметить позитивную и плодотворную деятельность Ассоциации выпускников российских и советских вузов. Гадас Пачевич, Ахмаджанов, большое спасибо, что вы с нами. Мы действительно ценим вот эту дружбу, сотрудничество, которое у нас неизменно из года в год присутствует. Большое вам спасибо.